Привет всем, меня зовут Стефан Лафуркад, я из Кот-д'Ивуар. Я прочитаю вам стихотворение Пушкина. Унылая пора. Унылая пора, а чье очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышной природы увидание. Багрецы из золота дети лиса. Весенья ветра шум и свежее дыхание. И мглой волнистую покрытие небеса, и редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы, и с каждой осенью я развитаю вновь, здоровую моему полезен русский холод, привычкам быть я вновь чувствую любовь, чередой слетает сон, чередой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят. Я снова счастлив, молод. Я снова жизнь полна. Таков мой организм. Извольте меня просить ненужный прозаизм.